Основное отличие аппаратного маникюра от обрезного в технике выполнения процедуры. При аппаратном маникюре ногтевая пластина обрабатывается с помощью прибора со специальными разнообразными фрезами. Классический или обрезной маникюр предполагает, что ногти обрабатываются мастером вручную при помощи режущих предметов, ножниц, триммеров и кусачек. Среди очевидных плюсов обрезного маникюра с его помощью можно привести в порядок даже самые запущенные руки. Правда, если инструменты не стерильны или плохо заточены, мастер может вас травмировать и занести инфекцию. Аппаратный маникюр в этом отношении безопаснее. Он менее травматичен, фрезы более качественно обрабатывают ногтевую пластину. Аппаратный маникюр подходит для более тонкой кожи и чувствительной, или сухой. Поэтому фрезы, когда работают, они шлифуют ноготь, ну, кутикулу обрабатывают, и получается как подобное к подобному. То есть влажный маникюр классический, он подходит больше для влажной кожи, для влажной пластины ногтевой, а аппаратный для мужчин также подходит, потому что кожа более грубая, более сухая. Опытный мастер сам определит, какой вид маникюра вам подходит больше, аппаратный или обрезной. Главное условие, которое должно соблюдаться при любом виде маникюра, он должен быть безопасным. Дезинфекция обязательно, замачивание, промывка, затем сухожировой шкаф, стерилизация и хранение в стерилизаторе. Обратите внимание, мастер должен работать в одноразовых перчатках. Все инструменты, в том числе фрезы, должны быть продезинфицированы.